Привет! Что вы читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Наташа Евченко. Джек Керуак – американский писатель, давший голос целому поколению в современной литературе. За свою короткую жизнь он успел написать около 20 книг прозы и поэзии, а также стать одним из самых известных и противоречивых авторов своего времени. Одни считали его неспровергателем устоев, другие – классиком современной литературы. Но по его книгам учились писать абсолютно все хипстеры и битники своего времени. Писать не то, что знаешь, а то, что видишь, свято веря в то, что мир сам раскроет свою природу. Роман «В дороге», который является новинкой книжного фонда Дворца книги, принес Керуаку всемирную известность. Это художественная автобиографическая история о судьбе и боли целого поколения. Это путешествие двух друзей по Соединенным Штатам и Мексике. Они путешествуют на своем стареньком мустанге по дороге. Куда приведет их эта дорога, можно узнать, только прочитав книгу, найти которую вы можете в центре чтения Дворца книги. А вы читали Керуака? Делитесь в комментариях.